Всем привет! Сегодня мы изучим усложнение полотенца под названием выход филина. Выглядит следующим образом. Так же, как и на полотенце. В прошлый раз Степа нам объяснял то, что для полотенца необходимо иметь офицерский выход силой. Так вот, для филина вам необходим офицерский выход силой и полотенце. Проблемы при его изучении могут возникнуть то, что нехватка гибкости, так сказать, плеч, и то, что вам не хватает сил. Как Степа вам говорил, можно поставить ногу на столб, чтобы облегчить себе эту задачу. Ну или вам может помочь ваш партнер, который вас, так сказать, подтянет вверх. Итак, как выглядит этот элемент? Для начала вы повисаете, после чего подтягиваетесь, шею закидываете за турник, чтобы удержаться, ставите ваш локоть, после чего за счет гибкости пытаетесь вашу руку, чтобы ваша рука прошла через вашу голову и обратно, после чего, как на полотенце, вы себя дожимаете на офицерском выходе силой. Не забывайте, что ваша разминка — это залог вашего здоровья. Не забывайте про растяжку плеч. До новых встреч, дорогие друзья!